А чуть ранее в Сочи состоялся ряд двусторонних встреч. Владимир Путин принял президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 20 с лишним процентов в этом году. Особо прибавило сельское хозяйство. Также состоялись переговоры с президентом Туркменистана. Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили развитие отношений двух стран, в том числе в рамках Содружества независимых государств. Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на саммит СНГ. Мы совсем недавно виделись в Туркменистане, подписали важные фундаментальные документы, в том числе договор. Очень рассчитываю на то, что все это будет выполняться. Мы вам благодарны за поддержку в развитии русского языка. Это важно для наших народов, которые долгое время, столетиями жили в рамках единого государства, и сейчас продолжают люди поддерживать между собой прямые связи. Я хотел бы признаться за ваше приглашение. Данная международная организация имеет для нас очень большое значение. Недавно у вас был хороший день, День Ангела, поэтому я вас от души поздравляю. И я сегодня привез с собой маленького Алабая. Я думал, он понравится. Алабай – это североазиатская овчарка. Президент Туркменистана отметил, что ее щенки вырастают большими, но, главное, очень преданными. Этого, к слову, так и назвали – верный.